К другим темам. Многоквартирный дом на Чайковского, 16, обновляют в барнаульском поселке Южном. Зданию 55 лет, однако капитального ремонта там не было ни разу. Мы в этот дом въехали в 2014 году, вот, зимой. У нас было 12 градусов в квартире. Вот, поэтому мы оперативно начали знакомиться с компанией, которая заведует этим всем, бегать по жителям, спрашивать, что и как. Ну, у многих так было в квартире. Жители дома рассказывают, первым делом поменяли управляющую компанию. Тогда изменилось все. Отремонтировали систему водоснабжения, залатали трещины. 5 лет назад обновили крышу. В этом году очередь дошла до фасада. Приступили к работам в мае. Сначала провели демонтажные работы. Стены штукатурим в 2 слоя с армировкой, со следующей покраской. Отливы на окнах меняются. Поменяли окна, раньше были там деревянные в подъездах, сейчас поменяли на пластиковые. На слуховых окошках на чердаке ставим решетки, чтобы не попадали голуби на крышу. Преображается дом на глазах, очень вообще красиво, все довольны, особенно когда еще поставили новые, значит, эти окна в подъездах, вообще, ну, в общем, всем нравится. Дом на Чайковского 2000-й из тех, которые получат вторую жизнь по программе капремонта. В среднем в Алтайском крае при участии регоператора отремонтировали каждый 4-й многоквартирный дом.